Добрый день. Сегодня у нас 19 июня. Нахожусь на поле, на котором у нас посеян яровой горох, сорт Мадонна. Предшественник здесь. У нас кукуруза 2 года подряд была. Не суть. В чем вопросы? Почему это видео снимаю? Столкнулись с такой проблемой. Раскрытие бобов. Вот бобы уже раскрыты. То есть растение еще зеленое. Бобы пораскрывались. И вон горох уже лежит на почве. Вот он. Это так заметили. Потом начали внимательно разглядывать. И нашли. То есть проблема как бы в чем? Получается, боб уже как бы начинал высыхать, да, а стебель еще был зеленый. И прошли у нас дождики, начались там с пятницы прошлой недели. Да? И получается, что влага пошла по растению, и зерно начало наливаться. Вот он. Вот он. Видите? Начало наливаться зерно. А боб уже сформирован. Его начало просто разрывать зерном изнутри. Еще вот достаточно зеленый, то есть мягкий, но уже как бы разрывается. И таких очень много. И ничего с этим уже как бы не поделать. То есть я к чему записываю, что вы просто зайдете, может кто-то не обратил внимания. Вот, смотрите. Может кто-то не обратил внимания у себя, да? Вы увидите, что много потерь на поле, начнете регулировать комбайн, то есть дело будет не в комбайне, дело будет вот в этой проблеме, которая видна уже сегодня. Исправить вы ее уже не исправите. Получилось, что вот он начал лопаться. В общем, проблем здесь две, и косяков у нас здесь два. Самый главный косяк — это поздний посев. Посеяли мы здесь 28 марта. Вот. И может быть, оно бы как бы все пролезло, но теплые дни непонятные, это жара. В общем, во-первых, мало навязало бобов, цветение было достаточное, но бобов навязало мало, и бобы очень маленькие. То есть зерна будет немного, и урожай здесь будет очень невысокий. Хотя в этом году, ну, как бы на горохе можно было бы неплохо взять по урожайности. Но такая проблема есть. И все это как бы из-за позднего посева случилось. Сеять, конечно, надо раньше, но раньше мы и выйти не могли. Было очень переувлажненно. Боялся, что полопается почва. И у нас будет потом проблема, не будем знать, что делать с этой землей. В общем, вариантов два. Или сеять просто зимующие горохи, яровые не трогать. Или яровой, ну, сеять рано, закрыть глаза, посеять, а там уже как будет. Потому что вот у кого яровые горохи были посеяны рано, а нет, это проблемы пошли, у них горохи уже в стадии созревания, уже вот, ну, грубо говоря, сухие бобы, уже все у них хорошо. Этой проблемы на ранних посевах нет. А на поздних посевах эта проблема вылезла. И уже от нее никуда не денешься. Зерно валяется уже на земле. Назад его никак не заберешь. И эта проблема, кстати, вылезла и на зимующих горохах. Но, скажем так, на севере. Там в Винницкой области. Звонил мне товарищ. Что у них на зимующем горохе такая же беда. То есть часть посевов уже высохла, да, уже идет к уборке, а часть посевов осталась еще зеленоватая. И вот такая проблема случилась у них тоже. Хотя они посеяли в срок. Ну, то есть так сложилась погода. К сожалению, от нас это не зависит. Поэтому посмотрите у себя, если эта проблема у вас есть. То есть сильно на комбайн не обижайтесь. Выводы для себя каждый делает сам. Всем удачи, здоровья, берегите себя, берегите своих близких.